В Иванове состоялся торжественный развод сил и средств полиции, заступающих на охрану правопорядка. Сотрудники ДПС, патрульно-постовой службы, полицейские и кинологи продемонстрировали свою готовность к службе. Командиры строевых подразделений проверили экипировку подчиненных и знание ими необходимых нормативных актов. Кроме того, перед строем коллег-правоохранителей в торжественной обстановке награждены два сотрудника патрульно-постовой службы – Екатерина Муршель и Михаил Богомолов. На днях стражи правопорядка сумели вычислить и обезвредить опасного преступника, многократно судимого за тяжкие преступления, который снова подозревается в насилии над малолетним ребенком.